Я скажу свое мнение об этом. Я считаю, что нельзя никого судить. Действительно, человек вправе сам решать, ему нельзя запретить. Если ему запретят здесь, он поедет в другую страну и сделает там. Если человек хочет, он добьется. Я, глядя на своего ребенка, никогда бы не разрешила такую вещь. И когда женщины говорят, что, вы знаете, мне пришлось это сделать из-за того, что у меня не было денег, или там, ну, это та же самая тема, когда бросают детей. Это ужасно. Я скажу, что рожайте, и это действительно счастье.